Эй, здорово, дружище, с тобой Серега, Сайбербанана. И нас уже 20 тысяч человек, ребят, просто пушка. Вчера на стриме, кстати, открывали кейсы, но на самом деле там ни хрена не выпало. А сегодня мы проверяем, это у нас будет честный обзор, мы проверяем сайт под названием ksgo.ran. Ну, либо ksgoran.net, неважно. Мы закинем туда 1000 рублей и постараемся вывести минимум азимов, а еще лучше императрицу. Я имею в виду калаши, если вы знаете, о чем идет речь. Ну что, с тебя лайкусик, подписочка, колокольчик, начинаем. Итак, мы на сайте ksgoran.net. Это чистейший обзор. Только настоящая правда существует у меня на канале. Специально писал в поддержку, покажу вам пример сотрудничества. Вот. И написано, что канал такой, такой, такой. Мне сказали, мало подписоты. Все, означает, что им не интересен я. Окей, я спросил, сколько рефералку вы получите за то, что ведете реферальный мой код. Тоже написано, нисколько. При этом я спросил, может быть, хотя бы какие-то промокоды вы мне дадите, чтобы я со своими 500 поделился. В итоге мне сказали, мы сотрудничаем только с 10к просмотров на каждом видео. Соответственно, что? Ну, мы пролетаем. Но я жду от тебя лайк. Соберем в кучу 500 лайков, я буду знать, что тебе интересны разные рубрики, наподобие вот этих «Проверь этот сайт», «Посмотри» и так далее, и так далее, и так далее. И я буду пилить похожие видео. Кстати, напиши в комментариях, какой ты сайт хочешь видеть в следующий раз. Ну что, поехали. У нас 16 баксов, я туда вел 1000 рублей, мне плюс 10% накинули за то, что я вел в свой ник ksgo.ran. Ну поехали. Мы не будем брать сразу 16 долларов, в этом никакого нет смысла. Наша цель — это императрица. Вытащить с этого сайта императрицу. Нифига там чел на 767 баксов идет. Нормально, он сразу соточку баксов поднял. Жестко. Но мы делаем так. Мы возьмем 3-4 вещи и просто их апгрейдим, а в кучу потом соберем и купим императрицу. Итак, вот. Отлично. Мы выбрали примерно в средней стоимости 4 доллара на каждую. Первая стратегия — это спрашивать у Алисы. Она тоже робот, сайт тоже также практически робот, поэтому будем сразу с нее. Алиса, скажи число от 1 до 10. 4. Ставим, значит, на 1.4. Ничего не трогаем, смотрим. Алиса подсказывает нам, что надо делать. Все четко, красиво, грамотно. Ждем. Подняли. 5.57 есть. Теперь следующая стадия. Это мы берем свой возраст. Допустим, мой это 20+. Поэтому давай поставим 1.21. Я поставил или нет? А, поставил, отлично. Следующая тактика заключается в самом забавном и интересном моменте. А именно, мы пропускаем этот ход. Лучше синичка в журавле, чем в небе что-то там. Ну, не важно. Так, ну что, пока я себе наливал цикорий, это, кстати, наша следующая тактика. Я смотрю, там уже вон наверху, смотри, сколько халявы мы попросили-то. Поехали, родная, 1.41. Ну, понятно. Слили. А, знаешь, почему слили? Вон чел на 300 долларов поставил. Повторим эту тактику. Цикорная тактика, она всегда работает, пацаны. 73 доллара, ничего, выведет. Сейчас нам выведет, пацаны. Есть контакт, цикорная тактика есть. 1.33, закроемся. Я выведу сейчас, потому что чуйка, что не дойдет до 1.33. Да ладно, дошло. Ну ладно, но все равно, потому что я боялся. Смотри, этот чел до сих пор не закрывает, хотя все остальные уже закрыли. Также 1.33, тактика рабочая. Поехали, нагибать. Кстати, выведем на 1.1. Да, вывели. Все. По одной простой причине чел опять тоже... Вот успел. Успел. На 1.32 хотелось закрыть. Слышь, как мне повезло. Реально, я успел закрыть. Хорошо. Закрываем. Успел закрыть. Чуйка. Чуйка. Ну что, тактика теперь. Давай 1.44. Идеально. Да что опять не принимается? Хорошо, что не принялось. Идем 1.55 по одной простой причине, потому что сейчас недавно был слив. Я думаю, 1.55 даст. Давай, родная, я верю в тебя. Закрыто, 1.55 есть. И бяунч. 1.15 я поставил, твой возраст рабочий. Рабочий. А где мой скин? А, мне из 2.1 сделало, слышь? Подтвердите. Разбили пополам, чтобы на всякий случай все может быть. Я как бы верю в то, что как бы мне пойдет все. Я уверен в том, что точно будет. Итак, у нас есть примерно сейчас 23 доллара. 03-06 число. Если мы добавим сначала 0... Третье, это троечка, а потом 0.6, это шестерочку, то, возможно, слушай, возможно, даже что-то интересное и получится. Представляете, опять летит, смотри, все закрыли, опять. Вот это, я уже сколько раз сказал это, разводило от чистой воды. Вот куда она идет, вот куда? Кому она сейчас бабло дает? Да никому, себе, но их в карман. 98, слышишь? Так, разгон есть, есть, будет 36. Я верю, будет 36. Сюда, на 37 закрыло. По деньгам я вижу, не особо много ребята ставят. Наверное, я повторю эту ставочку. Наверное, это будет, но закрою я очень быстро.
Вот, например, сейчас. Ну что, теперь смотрите, сколько у нас пальцев на руках. Это 20 плюс 1, 21. Ставим и запускаем. Вот. И спокойно закрываем на этом же на 2-1, 21. Все, не будем особо париться. Давай, давай, родной, закрыто. Окей, отлично. Успели, хорошо, пальцев хватило на теле. Отлично, 1-21 сработал. И теперь самая фишка, на самом деле самая фишка, 1 поставить точка 5. Вот прям это зайдет, я тебе базарю зайдет. Вот просто 1.5 это полторашечка. Вот просто полторашечка. На самом деле надо закрывать, нам мало ли не дойдет. Выпендриваться сильно не будем, пацаны. Есть уже более-менее азимов после полевочек. То есть, в принципе, мне калаш азимов дико нравится. И, наверное, я просто не вижу императрицы. Императрицы нет. А азимов есть. 26, ровно-ровно на самом деле. У нас причем еще лишние бабки будут. Давай сделаем так, мы пропустим еще один кружочек. Вот одного. И заберем азимов. Азимов, как правильно сказать. То есть мне кажется, идея очень хорошая. Мы уже близки к тому, чтобы завершить этот. Рискануть надо. Давай, 1.22. Поехали, надо попробовать. Я понял. На сайт услышал. Хорошо, ладно, окей. Это была ошибка. Надо было выводить, пацаны. Надо было азимов выводить. Окей, хорошо. Я собран. Я напряжен. Спокойно. Ждем. Сюда. Еще раз, то же самое. 1.22. Ставим. Нормально. Просто сейчас добиваем еще пару долларов и выводим азимов АК-47. Я уверен, сейчас даст спокойно. Даже вот оно идет, и оно идет, оно идет, и оно идет. Итак, смотрим. Есть ли сейчас у нас бабки на калаш азимов. Нам не хватает, пацаны, чуть-чуть. Давайте мы сделаем так. У меня есть 1.7 доллара. Вот этот статрек. Подтвердить. Вот он есть. И его надо сейчас будет залить нам примерно 34. Я думаю, это нормальная циферка. Я думаю, даже она великолепна. И она нам даст. Она нам дает сюда, родная. Хорошо. 1.1. Давай, закрываем. Закрыто. Сюда. 2.48. И сюда, азимов, иди сюда, просто есть контакт. Пацаны, азимов, калашик сюда. И что мы делаем? Мы нажимаем вот эту кнопочку и получить. Все, уехал наш азимыч. Где кнопочка? Вот. На данный момент невозможно вывести предмет. Предмет в вашем пиаре может обменять на его другой предмет, либо продавать его более. Я понял. Еще разочек попробуем. Нельзя вывести этот предмет. Обменяйте его на другой. Поехали. Это что у нас? Point. Это буйство красок. Окей. Подтвердить. Подтверждаем. Буйство красок есть. И получить. Нажимаем получить. Смотрим. Неужели и это мне сейчас по бороде? Если сейчас опять пускает по бороде, ребят, смело могу говорить, что, ребят, аккуратно, этот сайт скамит. Ждем. На данный момент невозможно вывести этот предмет. Обменяли. Смотрим. Получить. Дружище, ну что, опять минус, опять нет, ну я что, буду с тобой прощаться, сайт полное говно, никогда сюда не заходи, я ссылки на него оставлять не буду, с тебя просто лайкусик, соберем 500 лайков, будет означать, что тебе интересна эта рубрика, и также напиши в комментариях, какой ты сайт хочешь видеть в следующий раз. Все, Серега, братишка, был с тобой, давай пока-пока, и залетай, кстати, где оно, вот с этой стороны, вот это годное видео, смотри, а я погнал пилить дальше годный контент.